Сегодня я вам хочу рассказать очень простой и эффективный способ заработка денег в интернете. Для этого вам потребуется всего лишь 15-20 минут в день, чтобы постоянно увеличивать свой доход. Первое, что нам нужно, это сайт AliExpress, так как мы будем работать, зарабатывая с него. Сразу скажу, что никаких вложений ваших средств не потребуется. Все зависит только от вашей усидчивости и как много вы хотите заработать, скажем так. Для начала нужно зарегистрироваться на AliExpress. Нажимаем вот тут кнопочку «Регистрация». Нас перекидывает на страницу для заполнения анкеты. Можете быстро зарегистрироваться через Facebook, если у вас есть страница, либо заполнить свои данные, электронную почту, фамилия, имя, пароль. В общем, все как обычно. Простая регистрация. Все, вы зарегистрировались, создали свой кабинет. Отлично. Переходим теперь на второй сайт, непосредственно который нам будет давать деньги. Называется он EPN. Или Commerce Partners Network расшифровывается. Что это значит? Это официальная партнерская программа AliExpress. Как это работает? Вы регистрируетесь в партнерской программе. Далее вы получаете персональную ссылку. То есть вы переходите на любой товар на AliExpress. Через эту программу делаете свою ссылку и распространяете ее по социальным сетям и группам ВКонтакте, например. И каждый, кто перейдет по вашей ссылке и купит какой-то товар на сайте AliExpress, вы получите от этого прибыль в размере 8,5%. Также вы можете сами покупать на AliExpress и экономить 8,5% от каждой покупки. Третий шаг. Направляйте трафик на выбранную площадку, как я вам сказал, и все, и зарабатывайте. В общем, тут оно так написано, я вам это все рассказал уже. Для начала, опять же, нужна регистрация. Нажимаем «Регистрация». Заполняете вот все эти поля, как обычно, ничего сложного. Регистрация. Нажимаете «Все». Создали вы аккаунт на EPN. У меня он уже есть, я нажимаю просто «Войти». После того, как вы его создадите свой аккаунт, у вас будет свой личный кабинет. Вот так это все дело выглядит. Что мы видим? Ну, здесь диаграммы и графики, которые показывают активность, переходы, сколько вы заработали с ваших ссылок. Ну, это, в общем, ничего страшного тут нет, так потом разберетесь. Далее внизу мы видим статистику полную. Ну, в общем, допустим, возьмем сегодняшний день. 59 кликов по моей ссылке было, 46 хосты. Это уникальные пользователи, которые перешли по моим ссылкам. Это процент конверсии показывает, в общем, еще что-то. Лиды в обработке, это вот это самое интересное. Это сколько покупок было совершено по вашим ссылкам. У меня вот 4 покупки люди совершили сегодня. И, внимание, я заработал $2 всего лишь за 4 покупки. Нажав на дату, мы перейдем к подробной статистике. Вот мы видим название креатива и что люди купили, и сколько это стоило, и какой мой процент. Вот, допустим, почти с $10 мы получаем 80 центов на свой кошелек. Отлично. Да, мы можем посмотреть, что люди покупают, что интересно. Вот кто-то перешел, купил 10 ножей кредиток. Вот, пожалуйста, все видно. Итак, все-таки, как же делать свои ссылки? Переходим на сайт AliExpress, заходим в свой личный кабинет. Вводим свой email, пароль, заходим в личный кабинет. Итак, например, сейчас вам покажу на примере какого-нибудь. Да, вот, например, браслет Xiaomi, спортивный трекер. Прикольная вещь, популярная. Переходим на этот товар, кликаем. Вот, собственно, наш товар. Стоит он 14.35. Что мы делаем? Копируем ссылку этого товара. Нажимаем «Копировать». Заходим в личный кабинет EPN. Нажимаем «Инструменты. Мои креативы». Здесь будет такая вот ссылочка «Создать партнерскую ссылку». Вкладка. Внимание, вводим ссылку на любую страницу AliExpress сюда. Здесь подписываем, например, трекер.
Ну, это чтобы было вам понятно, можно вообще что угодно писать. Нажимаем «Создать креатив». Все. Вот она наша ссылочка появилась. Нажимаем здесь на ссылку. И вот она ваша ссылка. Ваша ссылка, перейдя по которой вы или любые другие люди, которые это сделают, перейдут по ней и купят что-то, вы получите свою прибыль. Копируем эту ссылку, вставляем ее куда угодно, в любые группы, в любые, скажем так, паблики, куда угодно. В общем, максимально ее распространяем. Вот, допустим, вставляем в обычную строку поиска. Я вам покажу, что, куда она переходит. Вот так это все выглядит. Меняется ссылочка, и вот он наш опять браслет к Xiaomi. Но это уже будет считаться в статистике переход по вашей партнерской ссылке. Вот 59, было 58 кликов, сейчас 59. Все это засчиталось, то есть купили, получили свои 80,5%. Чем больше вы будете распространять этих ссылок, тем больше вы заработаете. Прекрасно, не правда ли? Все ссылочки на регистрацию будут в описании. Если у вас возникнут какие-то вопросы, я оставлю ссылку, свяжитесь со мной, я вам все объясню. Также подписывайтесь на мой канал, впереди вас ждет очень много интересных новинок, приколов и хаков.